правительстве Тюменской области важные кадровые назначения. Сегодня губернатор Александр Мор на заседании президиума регионального правительства подписал распоряжение о назначении Натальи Логиновой директором регионального департамента здравоохранения. Ранее она занимала должность заместителя руководителя этого департамента. Говоря о заслугах Натальи Логиновой, губернатор отметил, что она зарекомендовала себя как профессионал в сложный период, связанный с пандемией коронавируса. Такая эффективная работа позволяет быть уверенным, что Наталья Валерьевна справится с любой сложной задачей, грамотно выстроит руководство сферой здравоохранения в регионе и всеми медицинскими учреждениями, подчеркнул Александр Мор. Директором областного департамента недропользования и экологии, главным государственным инспектором Тюменской области в области охраны окружающей среды назначена Елена Уляшева.